Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и мы с вами в GTA 5. Нас добавил, точнее, Франклина добавил, сыночек этого мистера Майкла, или как его там зовут. У меня сегодня опять будет какое-то, я так полагаю, задание, ну я же типа сюжет прохожу, все дела. Только вот я не понял, куда мне, короче, надо. Так, куда-то мне, короче, надо явно, потому что, может быть, мне нужно к Майклу или куда-нибудь, вдруг мне надо. Так, подожди, тут есть Майкл? Может, все-таки нужно к Майклу? Типа, задание, все дела. Кинотеатр, гольф. Слушайте, я бы с радостью съездил в кинотеатр и в гольф, но я хочу задание. Мне можно выбрать задание? Или мне нужно сесть в тачку, и тогда мне дадут задание? Так, ну-ка, давай посмотрим. Так, ну-ка, засиживай, давай. Засаживайся, бро, давай. Так, что там? Воу-воу-воу, потише, потише. Не сильно ли музыка? Не сильно ли музыка долбит, ребят? По-моему, она долбит очень от души. Я предлагаю музыку от души задолбить, короче, куда-нибудь подальше. Так, ну громкость вот. Так. Пусть она вот такая, да, будет где-то? Примерно вот такая. Она такая спокойненькая, хорошая. Во. Пусть просто на фоне, короче. Я не girlfriend, я мужичок. Так, чё, куда мне надо, чё, кого? Подстричься пойти или чё, короче? А, вон, на вопрос, я понял. Ой, простите, извините, я не хотел, плохой день. Подожди, а чё мне надо? Я дома что-то не сделал или чё? Подожди. А, Симон звонит. А чё тебе надо-то? You were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, a dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Hey, Franklin, why don't you come over here and let me take care of that lonely ass? Скрась давай. Короче, Симон позвонил и сказал, что типа... Я это... Я, короче, ну, обижен на тебя за то, что ты... Я должен забыть Танишу? Ты что такое говоришь? JB? Джастин Бибер? JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna he help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. Alright, then. Shit. Shit, shit, короче, через слово. I got shit to do. Капец у вас, короче, разговор нормально сейчас был. Танишу was right. Вот так я сажусь в машину, короче, в свою. Изи. Давай, залезай. Мадам. Where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on. Чувак, мы поехали с тобой не по той дороге, мы бы не ввязались в это дело. Your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Come on. JB's truck. Так, мне сюда. Let's go bring the cha-ching, homie. Так, и что тут с этим грузовиком не так? Ха-ха-ха! Ну так веди, чё? Ха-ха! То есть свою машину я тут бросаю просто, да, такой? Ну ладно, поехали. Мужики, скорее проходите. Ебанутый человек просто. Как нынешние пешеходы, они тоже кидаются под машины почему-то. Пиздос. Так, окей. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. Okay. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya.
То не лишь бы, короче, приласкать кого-то. Беспредельщица. Так, окей. Доберитесь до брошенной машины. Меня больше волнует то, что с моей машиной стало. Ее бы как-нибудь забрать бы. Ладно. Так, окей. Прости, чувак, я не хотел. Я не буду платить за ремонт, извини. На мели. Так, окей. Все, я на месте. Подожди, я не на месте еще? А, я должен тачку подтащить? Нифига я крутой. Так, подожди-ка, давай. Так, проезжайте, пацаны, давайте скорее. Я тут ювелирные эти штуки делаю. Так, малыш, давай, она говорит. Давай, давай, давай. Что там надо сделать? Shift нажать? И чё? Okay, а, во, окей. Okay. Let's get this back to the lot. Едем на стоянку. This was not how I saw my day going. Простите, ребят, я немного тут, короче, эвакуатором подрабатываю. Отбуксируйте машину на штрафстоянку. Да легко. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Простите? Nigga got ears now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up? JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Самый неадекватный эвакуатор города, походу. О, самолетик летит на фоне очень красиво. Так, мы почти на стоянке. А, вот, все, сейчас я свою тачку заберу. Вон она, да? Вон она, где-то там должна быть. Так, красиво, по красоте. Okay, давай, 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 по красоте. Right. Ой, повредил тачку немножко ей. В указанной зоне? Хера себе, я должен еще ювелирно ее завести. Jesus. Подожди. Смотри, сейчас, okay, сейчас я идеально как поставлю, Тоня, смотри. Okay, you got it. Release that, baby. Все отлично. Опускаю, смотри. I'll see you on the clock. Anything you need, you holler at me. То есть, короче, это настолько все так просто, что любой человек может взять чего? А, ну да, 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 все нормально. Любой человек может подойти и взять эвакуатор, то есть вообще плевать, да? То есть абсолютно любой человек. Ну окей. Куда Тоня пошла-то, кстати? Так, Тоня! No way. Проблемы решены, Тоня. Тоня меня испугалась и убежала. Так, ладно. Ну, пошлите на следующий вопрос. Сегодня мы по каким-то лютым квестам ездим. Я не знаю. Это побочка или что сейчас была? Я что-то не понял до конца, ну ладно. А, ну да, походу побочка. Слушайте, ну го еще одну побочку сделаем. Мне что-то понравилось. Такое незамысловатое задание прям. Пошел на эвакуатор и тачку отвез, короче, нормально. Так. Заодно учимся отвозить тачки на эвакуаторе. Мы же с вами эти, эвакуаторщики. Так, и что мне тут делать надо? Воу, это что за лютый челик? У меня с тобой гоночка будет или что? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Что это за кореец, ребята? Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Я уже в автомобиле. А, со мной гоночку хотят сделать? Окей, я не против. Гоночка — это круто. В гоночке я бы сыграл.
Так, мужичок, не прыгай только под машину, молодец, что не прыгнул. Извини, Би-Джей Смит, я не хотел тебя столкнуть. Так, окей, толкнуть. У меня тут гоночка. Я на своем драндуле гоночку устрою. Окей, let's go, поехали. Пиздец, это так должно быть? Так, подожди. Need for Speed устроили тут. Сейчас я их, короче, попробую обогнать. Надеюсь, у меня получится. Так, а почему меня так заносит, я не могу понять. Окей. Я еду четвертым. Это нормально, это прикольно. Еще бы не заносило так ее, было бы вообще хорошо. Этот хер, конечно же, едет первым, да, судя по всему. Ёбаный в рот, что? Да уйди ты, чувак, сдох! Так, подожди, там чел сдох. Я из-за него, короче... Так. Так, тихо. Там чел, короче, врезался, сдох, а я, короче, еще виноват остался. Блин, и как же я должен догнать первое место-то, а? Так, ну что, я еду... Какой? Третье? Третье это неплохо. Ебать, вот это неправильно, это не входит в мои планы. Так, окей, поехали. Сука, я уже шестой. Вспоминаю Need for Speed, короче, в котором я тоже переходил шестым каким-нибудь. Окей. Так, тут все врезаются друг с друга, блядь. Я, походу, не приеду, каким надо мне. Ладно. А вон уже точка, да, судя по всему. Сука, он вылетел просто из машины, конь. Короче, пошел ты нахуй, Франклин. Я пойду на другое задание. Надеюсь, его можно скипнуть как-то. Иди ты нахер, выход, короче. Не хочу это задание играть. Потом сыграю как-нибудь, если это будет можно. Не хочу эти гонки делать. Там по сюжету что-то есть. Пойду посмотрю, что по сюжету есть. Все, вышел из больнички уже без машины, правда. FM. А, это Франклин Майкл. Так, окей. Возьму, короче, машину. Поеду, короче, я к Майклу. Надо какой-нибудь квестик выполнить. Чё приуныл, мужчина? Стой, сука! Так. Так, Ада Вонг, давай, выходи, пожалуйста, с тачки. Я съезжу сейчас на задание, короче, и попробую вернуть. Так, милиция, до свидания. Так, у меня одна звезда, прекрасно. Одна звезда, это не очень хорошо. Прям вообще нехорошо. Так, ну я надеюсь, я миную сейчас ее быстренько. Меня копы сильно не найдут. Так, окей, какой-то драндульский джип взял. Хотя не, он нормально вроде едет. Так, мне на эмочку, Я на эмочку еду. Я еду на эмочку, и этим все сказано, ребят. Все нормально. Так, она уже здесь, почти рядом. Totally fucking me. Так. Чего вы все такие матершинники в этом городе, я не понимаю. Факин. Факом на факе, блядь, погоняют. Так, отлично, эмочка тут уже. До свидания. Райх хотел мотоциклиста снести, но не получилось. Вот копы, это вообще сейчас не кстати было, кстати. Они вон они. Так, я сверну. Блядь, они меня увидели, капец. Так, Франклин, выходи. Мы сейчас с тобой заныкаемся куда подальше. Вставай быстрее, курица ебаная, так. Так, мужчина, я от копов убегаю, стойте, подвиньтесь. Он умер, да? Блять, он умер. Эсхол меня назвали. Так, давай, скорее, перебитай по балконам, давай. Так, сырная жопа меня назвали. Так, все. Чиз эсхол, давай. Автобус, стой, блять! Так, подожди, я заберу его. Смотри, какой автобус. Вон, за автобусом одну звезду давайте. Вы что, охерели, что ли? Блин, тут Дэнни Треха, по-моему, кончился только что. Так, ёб твою мать, по мне палят, выходи оттуда. Стой! Автобус, блядь! Так.
Господи, какой пиздец, так. Так, чувак. Надо скрываться, надо скрываться. Так, отойди, чувак, пожалуйста. Сейчас я вот этот самотык возьму и на нем уеду. А, это долго, чувак, тебя убьют, блядь. Ты быстрей. Так, окей. Ох, как это жестко. Угарчик пошел. Так, все, давай, перелетай. Бля, что так высоко-то? На, оперила головой. Так, все, все, все хорошо. Меня должны потерять уже. Бля, у меня две звезды. У меня две звезды, ребята. Так, от двух звезд надо скрываться как-то по-другому. Немножко по-другому. Кот идет. Так, кот. Тихо, тихо. Здесь меня же не найдут. Блин, меня могут капец как найти. Надо, короче, найти какую-нибудь траву и в ней заныкаться, короче. Где-то вот здесь, по-любому. Я как раз иду, где-то к Франклину примерно иду я. Ой, бляха, там коп уже. И он меня не спалил, слава богу. Так, везде копы, я иду в тот двор. Все, копы пропали. Отлично. Копы не справились. Я буквально в другом дворе был, копы не справились. Отлично. Это было отлично. Так, до этого Майкла Морбиуса еще далеко, я так полагаю, бежать. Из Человека-паука. Кто знает Майкла Морбиуса, ставь лайк. Так, попаркурим немного. Вау, это было... Кстати, это было хорошо. Я почти сделал паркур. Сейчас мы прыгнем по-хорошему только. Ну, почти. Так, вот это будет круто, я думаю. Так. До Майкла немножко остается. Ой, я как раз сейчас мотоперку возьму себе какую-нибудь. Так, а что полосит? Простите, ребят, я тут немножко упал. Мотоперка, стой! Стой, пожалуйста. Ты мне нужен. Я на эмочку. Все, прости, братан. Извини, пожалуйста, не матерись. Все, я уезжаю. Без паники, все хорошо. Я сейчас на эмочку съезжу и верну тебе байк. Наверное, верну. Я не говорю точно, но я попробую это сделать. Так, окей. Так, ну все, знакомый райончик. Он уже где-то тут. Вон он. Ты слышал, да? Ай! Походу, яйцами ударился. Так. Так, ну где-то тут я могу зайти. Так, девушки. Мотоцикл полностью ваш. Вы можете его забрать себе. Но если не хотите, я пойму. Как бы изи. Так, сюда к тебе пробраться нельзя, да? Только официально через ворота, да? Окей. Прости, Майкл. Это за то, что, короче, у меня проблемы на пути к тебе возникли. Хераси. Я плачу этой суке 150 баксов в час, чтобы он трахал мою жену? Чувак через балкон вылетел? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. Трахалась в постели? You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Тупая пизда твоя жена, короче, Майкл. Знаешь, я предлагаю, короче, следуйте за тренером под пенису. Так, сейчас я этого пениса убью. Короче, пока я там ездил, жену Майкла трахнули. Представляешь? Мне кажется, сейчас я его выебу, этого чувака. Сфокусировать? Обязательно. Он сфокусирован уже. Окей. Она, короче, рога Майкла уставила. Вот сука, так. Лишь бы сейчас ничего не выезжало на дороге, чтобы мы нормально за ним ехали. Хотя скрипты, блин. Вот, я так и думал. Сука, пидор, откуда ты? Я так и знал. Так. А, это специально было. Окей, я понял. Нифига он охеревший, короче, да, пока я там ездил, короче. Там у Майкла проблемы такие. У братишки моего, можно сказать. Так. Вот она, его машина. А вот он, наш гондончик. Ни хрена себе, неплохо наш тренер устроился. Слышь, мудила, ты сбежал до того, как мы утрясли вопрос. Майкл, дружище, ты все неправильно понял. Трахать замужних телок — это хобби, а не работа.
Так, как, и чё мне с этим пидором делать? Вон он стоит на балконе, так. Не, за такое надо убивать людей, короче, максимум. Ты чё? Видишь конкурента или видишь человека, который это сделал, там, это надо убивать и все, просто максимум. Чувак, я надеюсь, ты разведешься с этой пиздой. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Он еще троллит, сука, смотри. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea! По-моему, сейчас будет жестко что-то. Садитесь в пикап. Там какая-то тёлка вышла, она сейчас нормально позвонила. Куда-то к кому-то. И что будет? Ёб твою мать! Чуваку не повезло, я думаю. Так. Давай, удерживаю. Отлично. Фига себе. Мне кажется, тут на тракторе надо это делать. На К-700 на каком-нибудь. К-700, знаете, что такое? Это, короче, такой уборщик снега огромный. И не только снега, короче. Это было эпично, кстати. Мне кажется, он... Fuck, man, fuck. Oh, we did it. Fuck his ass. Получил гандон. Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? А чё теперь? We were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Слушай, нормально, короче, да? Они ему дом разнесли, короче. Но это все равно не отменяет его... Бля, собака! Фух! Мистер Десанто, what the hell? Не могу поднять машину на собаку. Oh, на животное. I couldn't afford a place like повезло. That. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me applaud! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Какой-то матрас меня должен отпиздить. Что, блядь? А, это уже матрасы идут? Помоги мне с ними разобраться. Постараюсь, рули. Убейте людей матраса. Так я должен рулить и убивать, что ли? Убивай. А чё они убиваются-то? Hey, let's go. Let's leave them behind. Подожди, пусть он рулит, да, тогда? А я буду убивать. Hey, we managed to lose them? Хуесосов этих. We got a book, man. Go. А чё, как нацелиться-то? А, удерживайте, hey, чтобы цель... А, во, всё. Ты, блядь, ты как водишь, Франклин? Ой, Майкл, я ж тебе специально руль дал. Ты как водишь? Так же нельзя водить, как ты, бля, водишь. Короче, какой-то охуевший матрас. Так, окей. Да, мы поняли. Короче, какие-то лютые... Воу, потише, тетенька, извиняюсь. Блять, хоть жива осталась. Спаниель убегает. Давай беги. Подождите, меня я должен это сделать. Сейчас, секунду. Я это должен сделать. О, блять, что? Так, давай. По мне уже палят, нихера себе.
Сейчас я вас вот так разъебу, короче, на изи всех. Хорошо? Вот и все. Они, короче, приехали, а я их прям тут принял. Будет нормально, я думаю, всем им тут. Это было круто. Нормально я их встретил, они охуели, я думаю, да? Безумная серия, охуенно так. Подожди, как так? А, мы проехали. Короче, я предлагаю тебе, Майкл, выгнать эту хуйню из своей жизни. И все. By the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Wherever the fuck Martín Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Франклин часто стал помогать мистеру Майклу, скажем так. I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. А, это тёлка, которая, короче, приехала. Которая с тем хером стояла. Вы знаете, кто я? Я? Нет. Не знаете, да? Кажется, знаю. Хорошо. Я знаю, кто ты, и знаю, где ты живешь. Как тебя зовут? Франклин. Права. Это матрас приехал, судя по всему. I think Martin Madrazo. Good boy. Good boy. Как Александр Рева сказал. Good boy. Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a. Ты что, ему денег должен, блядь? Хуль ты его прикрываешь, Франклин? Because the witnesses came up missing. Market. Now, Michael. Got a question for you. Хераси. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that. Зря съездили, что ли? Они так и не доказано, кстати, спал он с его женой или нет. И мы еще и виноваты остались за то. Ты охуела, что ли, шлюха в леггинсах? В латексных своих штанишках, бля. Манда. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. Неплохо. Мы будем искать Лестера в следующей серии, получается. Семейная консультация. Нихуя себе. Проконсультировал чувака, короче, разрушил ему дом. Здравствуйте. Это номер Лестера Креста. А кто спрашивает? А кто отвечает? Ты знаешь, ты чересчур осторожен, даже для покойника. Майкл. You don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Ах ты сука. Так, ну что ж. Эль — это Лестер. Мы отправимся к Лестеру, несомненно. И сделаем это, собственно, в следующей серии.
Но сначала я бы очень хотел вот этого чувака... А, не, он с собачкой, не будем... А, тут все с собачками, они все гуляют со своими собачками. Боже, как это мило. А ты без собачки, чувачок. Все, всем спасибо, друзья, и всем пока.